Итак, народ, всем привет. Это у нас, короче, демка. Во. Внимание, игра на стадии разработки. Возможно, бага. Она не отображает финального качества и объем продукта. Разрабатывает ее один человек. Да, это правда. Спасибо за понимание и поддержку. Вот у нас. Маленько заблюренный фон. Там какой-то скелет сидит с какой-то палкой непонятной. Тут наш главный герой, Собакин, короче, дарит какие-то штуки. Костер, кстати, клевый. Жалко, что это все заблюрено. Реально жалко. Так бы было бы клево. Так, смотри, новая игра. Еще какая-то штука непонятная. Хотелось бы, чтобы это подсвечивалось, куда мы идем. Ну ладно. Так, режим в окне, вертикальное включить. Так, разрешение текстур, громкость, звук. О, настроечки, громкость. Я наполовину сделал. Громкость диалогов, чувств. Один, эпик. Ограничение FPS 60. Качество эпик, если не мать. Окей. Если это работает. Так, давай посмотрим, что. Записываем. Давай, новая игра. О, затенение вот это вот. Клёво. Правда, потом все нафиг зависает. Это, конечно, минус. Либо загрузку надо делать, либо что. Я сейчас включу фундамер, потому что в демке это очень такая важная штука. Сейчас все зависло. Это как бы минус. То есть нет загрузки экрана. И так далее. Опа-на. Здравствуйте. Короче, где-то тут. Я от третьего лица. Мышку как бы надо маленько. А. Офигеть. Понял. А здесь что? Я в контейнере. Я тип какой-то якобы. Тишина опять. Где все эти крысы шкерятся? 3D-диалог она. Ты просто. Какая-то типа космическая база. Ну, выглядит, да? Sci-fi на это. Это что-то... О, карта. Опа. Карта подземного... Опа. Тогда, конечно, я беру это все дело у нас. Так, у нас есть компас офигенный, кстати. Подсказки, когда я все это подбирал, весь лут, да? Так, на тап инвентарь. О, у нас... Карта подземелья. Нажал два раза. Мари, есть телепорт, вход в лес, баз. Крепни. Все, лес. Кислотный. Все в каком-то одном. Прям. Я думал, в разных местах будет. Ну, и здесь. А тут в итоге все в одном как-то. Ну, нерациональное использование пространства. F1. Оп, стали два раза. Гранатку тоже как-то экипировал, но я не понял как. Ну, типа. А, вон на 4 гранату бросать. Окей. Тут что у нас? О. Фоточка просто, голова, тело. Вторично. Даже есть. Лет ПП, поезд второй, характер. Опа-на. Это есть. Инфа по прокачке интересует? Да, не, потом спасибо. Че, уровень первый, опыт 0%. Получено. Урон ближе. Дело бы нос. Народ. Красивым месте. Да, и он лес. Интересно, я типа... Окей. Крафт. Есть калаши. Можно скрафтить себе пушки. А еще по... Далее КПК. А почему они называются... А, вот. Корпус Ошки. Дальдра крафта. Приклад. Магазин.
Нихера себе. Драйв таки. Я хочу вот крафт рюкзака. Я хомяк. Это просто еда. Нихера себе. Там есть какая палатка. Как-то спальный мешок. Короче, арсенала дофига. Кировки не знал, конечно. Ладно, либо я не разобрался. Иконки маленькие, блин, ни хрена не. Хотя, когда нажимаешь. Когда нажимаешь, все ок. А вот съезжает в них. А, и оно работает одновременно с... Это минус. Потому что, да, я так понял, и ходить можно. Да. Ходить и тут крутить. Крутить. О, одновременно моя работает. Моя бабка конченая. Ха-ха, прикол, конечно. Так. Потом динамик. Дроны. Турели. Рисунок. Драгоцен. Чё только не надо. Так, ладно, где взять? Я 30 патронов всего. Я скоро сдохну. Молодец, чё. Чё вот тебе? Как? Помоги мне, добрый человек. У меня со зрением сейчас проблемы. На последней вылазке кислотная пыльца повредила глаза. Лё. У меня было фото любимого певца. Возвращаясь, я его выронил. Это здесь, на территории где-то, когда я шел к зданию. Там темно. Там не темно. Везде территория освещается. Думаю, для тебя это не проблема пройтись и здоровым зрением поглядеть на землю. Вдруг найдешь. Денег у меня немного. Заплачу сколько есть. А. Только найди, прошу. Это ценное фото. Я пока буду ждать тут. Все. То есть вечная память. Окей, не, ну прикольно то, что вот старик там, и одежка. Жизнь как... подходит к концу. Клево. Проработка НПСов. Опаньки. Это кто? Наемник Валькирий. Привет, я работаю наемником. Нанять есть. Да, нет. Я не всегда работаю. И просто помните, я не... Что надо? Пороховой мастер. Добыть усиленный порох. Вот. Усиленный порох еще. Интересно, как оно в таком одеянии, как говорится, что-то делает. Ни оружия, ни хрена нету. Умная. Интересно, так ты. Губы работают, компьютеры. Такая фига. О. Блин, а чё она? Ох, компьютер, прикольно. Life Effect, летом пистолет. Это старая версия была, что ли? Это типа такая пасхалка, да? System Online. Окна-то прикольно. Походи. Оп, закрыто. Кстати, клава, это как ее. Окей, ладно, у одного взяли. Давай следующего. Привет, боец. Я только с рейда вернулся. И укрепление у меня еще куча дел. Принят. В рейде я добыл ништяки и готов с тобой поделиться за услугу. Короче, ладно. Такую фигню собираем. А нет, он куда-то ушел. Вот этот. Воспользуйся. Ты в курсе, что монстры не только против всего живого, что двигается у них на глазах. Это оригинальный его голос. Но также они могут быть и на нашей стороне. Конечно, без нашего этнического вмешательства не воплотить эту жизнь. Но это не настолько сложно, как все думают. Главное постараться. А я могу тебя этому научить. Если у тебя все получится, то в дальнейшем ты сможешь помочь нам в сражении. Для начала найди место гнездования паучьих тварей в пещере и добудь яйца. Яйца. Обязательно убедись, чтобы яйцо было целое.
Давай. Далее тебе нужно найти инкубатор. Там целое. Положи яйцо в отсек и выстави нужные параметры. Инкубатор. И если процесс пройдет успешно, то вылупится детеныш, которого ты сможешь вырастить, обучить, и он станет твоим компаньоном в бою. Лю. В инкубаторе ты можешь программировать мозг детенышей монстров, а также собрать целого киборга. Только для этого нужны чипы с данными. Давай начнем с более легкого. Лю. С простого яйца паука. Вот инструкция, держи, иди обучайся. Клево, так, найти яйца паука. Ладно, ты мне скажи. Это сервер, только ничего тут не трогай. Я уже взял тут, и не против, там. Не, ну прикольно, что. Начало уже, 8 минут, я еще как бы не вылез с базы, меня тут... О, чел. Что у него такое? О, это можно взять. Только стреляй, да, вот-вот. Фонарик, да ё-моё. АФ. АЕ к ним. АФ в брать. Так, тебя давай. Приветствую. Я тебе скажу так. Ох, ё-моё, как... На базе меня называют опасный мозг. Потому что я могу собрать то, от чего обосрутся даже на той стороне материка. Хочешь пушку побольше? Нормально. Если у тебя поменьше. Тюнинг? Ну ты понял, чувак. Хочешь, прокачаем движок? Привет, друг. Надеюсь, надо ты бабу друг. Не пропусти. Тебя я раньше тут не видел. Ты новенький или просто забежал? Новенький. Я помогаю только правильным выжившим. Правильным, такой прикольный, конечно. Фуфло. И посылаю их туда, откуда они возвращаются. Красиво. Но смотря я на тебя, тебе скажу так. На базе меня называют. Интересует тюнинг не тачины. Не мусори тут, а то в секу. Подожди, где, куда она убежала? Тоже взять, вот она. Я с волосами не ищ. А почему у девок не это озвучили, как бы, да, нету никого. Привет, имеешь хорошего наемника в смысле? А чё, только бабы наемники? Ладно, ты черный жемчуг. Окей, давай все найдем задание. Йоу, нифига, у него с волосами побольше. Сканирую врагов. Нам какие нужно тут телочки ходят красивые. Все тихо. А какие-то нет, что ли, ну идет. Какие-то, короче. Окей. Так, это типа выход, да, я так понял. О, нифига там транспорт. Я тебе скажу. А, все, тихо. На базе меня называют. Я понял. Вот это аппарат. Паркуй тачку на эстакаде и давай обсудим варианты. Типа я на нем ездить буду? Это типа такое, это, ну. Будущее прикольно, если прикинь это. Приветствую тебя. Здорово, чувак. Не, ну прям он прям запоминается. Может, тебя заинтересует. Он прям запоминается. Все, так, все пока не работает. Я понял, якобы как гараж. Какой-то гараж, который можно. Машина. Здесь машину, блядь. А ладно, может. Так, двигай. Пары. Бэмс. А звук, короче, как у фонарика, короче, снова. Ну ладно. Пары. Так, прожекторы. Все. Все. Еще включить модуль. Там модуль. Работает. Телепорт есть, кстати. Звуки, конечно, глючные у машины. Окей. Так, давай мы припаркуем. О, блин, граффити на скалах. Пока ее вот сюда припаркуем. Машиной, как бы, да, проблемки маленькие. О, это как бы... Окей. Понравилось. Катился. Пары забыл вырубить. Но надеюсь, там нет аккумулятора, как у меня в химиках когда-то, и он не сядет. Я в это верю, конечно. Окей. Но все-таки выключим пары. А почему они? А. Блин. То есть мы можем выключать, когда у нас все включено. Это минус. Надо будет поправить, конечно.
Если мы при выключенном двигателе не включим фары. Ну, хоть как. Работают же фары такому. Ладно, это уже придирки. Окей. Она есть. Для кого-то уже хорошо, что тачка есть. Так. Я карту знаю. Смотри. Я сейчас у всех возьму. Типа задание, потом побегу. Привет. Могу рассказать о выращивании. Инструктор по компоненту. О, кстати, это какая-то... Ссылка или что? А, вот как раз эта херня-то. Окей, а это что? Хранилище. Распуск. 150-200. А, это количество этих ячеек по размеру. О, прикольно. Это, кстати, моя просьба была. И тут все машины. О, тайфунчик тут самый. Ай-ай, бетер есть этот тоже. Тут шумит. Погай, что? А, генератор. Это кто-то. Пока мы 15 минут просто ходим по базе. Не люблю рыжих баб. Вот высокие блондинки, это да. Звать меня кореш, я тут проездом, типа вольный охотник. Мутантам всяким жопы и бошки отстреливаю и потом по рыгам продаю. Нормально. Бухаю, блондинок местных поебываю. В общем, не скучно живу. Еще прикинь, заказы беру на смертоубийство всяких плохих людишек. Вот такие дела, братан. Могу и тебе, Бивень, помочь в разборках, если бабосики для кореша найдутся. Нормально. Я, перчила, привык жить весело и на широкое копыто. Украй спизженный миллиард. Чпокнуть всю шведскую сборную по женскому волейболу. Мечтать так мечтать. Бухать так бухать. Ебать так ебать. Клево. Вот, денег нарублю побольше. Куплю дельтаплан и свалю в закат. Ебучий суслик обоссался, раньше было лучше. Холодное пиво и горячие тёлки на... Ну, привет, незнакомое синее Побрать лицо. Жуков. Однозначно, чувак, я горюшь. Диалог у него, конечно, тупит иногда. Но... Так, я не знаю, баги, можно на ней прокатить. Да. Так, давай. Мне нужен магазин, как-то деньги. У меня есть деньги, вот. По нулям. Есть патроны и какой-то этот фонарик. Фонарик на Т. О. Вчера себе тут это... Эффекты, блядь, дымка на. Тут, конечно, надо убрать. Как это убирается, я не знаю. Ну, наверное, у нас... Тройках. То есть тут нет сохранения, если что. Так, дальние эффекты после обработки. Оф. Почтите. Положим. О. Теперь мне все видно. Теперь нам не мешает фонарик. Точнее, это херня. Да, графон, конечно, вообще улетел, но это ладно. Так, я могу бежать. Так, я понял, что квестов дофига. Теперь куда мне вообще идти? Смотри, допустим, вот к этому. Эти твари очень сильные и быстрые. Чем я могу помочь? Ловушки помогают. Если ты хочешь, чтобы наше укрепление стало найти лучше, генераторную... тогда помоги нам. Задание сложное, но интересное. Голос у него разный, слышь. Это тоже... Такое. Нормально. Так. Тут прикольненько. Тут ППП. Типа они что-то тут охраняют. Вот генераторы, свет есть. Мне интересно. Ой, а если я упаду? Блин, где патроны искать? Слышь, я пока... Я же знаю, что эта игра жесткая в плане... Типа это. Фонарик, конечно, сбоку, блин. Ты входишь, как тебя видно. Так, БТР какой-то. Так, тут вышки есть, окей. Тут что у нас? Там как...
Хомяк. О, хомяк, это тема. Старый рюкзак. Опа-на. Я нашел хомяка. О, это же с этого, с демки. У меня рюкзак такой же был. Ха. Клево, химический этот. Рюкзак нашли. Так. Что тут такое? Это за херня, мусорщина? А чё мусора сколько падает? Кто-то там свинец. Так, генераторы на каждой стойке. О, прикол. Интерактивчик. Нормальная тема. Интерактивчик. Так, еще здесь генератор. То есть, ну, это, конечно, ненормально, потому что можно было бы провода, типа, взять один генератор, подцепить некую сеть. А здесь такая система. Ладно, вот еще какая-то наемница. Черная вдова, нифига себе, иди сюда. Хочешь заказать наемника, у меня статус элитного киллера. Давай я просто для тебя какое-то задание сделаю. Почему задание на весь экран, как это убрать? Как задание убрать? Подожди. Давай в настройки. Да. А, нет. У меня эта фигня будет во весь экран и на персонаже. Ну ладно. Вы мне скажите, где у вас магазин? Я вот чей. Фига, прикольно, конечно. Удостоверяй. Камень, блин. Опа. Хера себе. Какая-то херня. Ёп, смысленно. Какая-то хрень сквозь это. Хера взять. То есть херу подобрал. То есть тут жуки какие-то. Остальные ушли. Здесь что? Драум испарил. Прикольно. Здесь тут. А патронов мало? Что патроны? Тут еще есть, пить надо, у меня ни хера этого нет. То есть я не понимаю, где у меня. Вообще. Где бармен, где чё? Где база? Вот, допустим. Это вроде как база. За чё бабки купить? Где чё подобрать? Пока я не в курсах вообще. Я был вот на этой базе, я так понял. И где тут у нас еда, вода, раз он хочет пить и есть? Бабка, забирай. На горизонте всё чисто. Падла. Можно. Допустим. Вот, вот еда тут. Вейпер, так, маговато. Я что, должен вот тут шарахаться? Дай мне газелу. Что ты тут программируешь? Ни хрена себе ты умная. Открыла там ярдос программ, конечно. Ах. Да я вон в игру играю, смотри. У этого тоже на мониторе одна фигня. Надо было... Фотки с Unreal, короче, зафигачить. Маля тема была. Так, ты тоже. Пацаны, где у вас еда вообще? Так, плюс 180 воды. Где у меня вода? У меня мало воды. Окей, булочка. Хочу кушать. Пока нет, но у меня что-то какая-то фигня. Сейчас, подожди. Характеристики. Сейчас не видно ни хрена этой... Задание, блин. Да. Опыт 11 про... А, это опыт, который вот здесь. Вот это опыт, уровень прокачивать. Я понял. Так, вы мне дайте патроны на халяву, я не знаю. Вы очень плохо выглядите. Опа, на это... Я не против, как бы. Плохо выглядит. Знакомые препараты, конечно.
Левые аптечки, аппараты, медицинские. Я понял. А тут у них... Можно посидеть, полежать. Здравствуйте. Давай поставим. Оп, и чё, и как лечь? Просто открыл-закрыл. Окей, ладно. Еще окей. Так, ты мне теперь скажи, где мне сержант. Возвращайся, когда станешь сильней. Ну я понял, что сильнее. Приведи себя в порядок, а то ходишь тут полудохлый. В смысле полудохлый? Я первого левела, я... О, водичка. Халяву, слушай. Ой. Я нашел на халяву. Что? О, мне даже опыт дали за то, что я выпил воды. Нормально. Так, где она? Рановато тебе еще смотреть. Моего задания. 50 влияния. Нихера тут влияние. Слушай меня внимательно. Ура. Месяц назад из нашего элитного отряда отсоединилась группа спецов. Теперь они ренегаты. Элита этой группировки с разных... Клево, ну я понял. А ты чё, дашь чё? Волосами, смотри, оп-оп, лоды, короче. А что ж такие траблс-то? Мониторы у тебя такие же, да? Печатает более-менее, но надо будет клавиатуру поменять в другую сторону. Пробилы. Я не знаю, короче, я просто хожу, изучаю уже 24 минуты, блин. Не, ну это на демку прям просто, блин, база с неписями. Так, давай дальше. Что, можно купить, пожрать, попить. А сколько наших? Прям вкусно. Я бы тут посидел. Так, о, кто-то есть. А где дверь? Какая из них дверь? Я вкусняшки, булочки, пироги, что-то булочки какие-то большие. Ни хрена себе мясо каких-то динозавров. О, тут прям сардельки. Бочки. Вкусно. Очища. Торговец продуктами, давай. Самое время приготовиться к рейду. Что я приготовила вам питательный сухпаёк, он придаст дополнительные силы. Это у него деньги, что ли? У меня денег нету, нету. Эх, ладно, короче, я бомжара. Хомяк, да? Хорошо, ладно. Тут еще вниз есть. Типа тира есть. Упать, типа тира. Дон. Ну прям. А у тебя? Винтовка какая крутая, еще и снайперский. Забрал такой. Интересует инфа о стрельбище? Да, наверное. И калаш. Калаш, наверное, покруче будет. Где у меня? Так, 45. Так, по калибр. Состояние будет. Да. Второй. Ну и патронов не убирать. Здоров, салага. На стрельбище ты можешь протестировать свою пушку. Боеприпасы в этой зоне не тратятся. И запомни важный момент. Простые патроны белого цвета. Пушка сканирует автоматически в твоих карманах. А вот улучшенные боеприпасы подходящего калибра тебе нужно заряжать вручную, нажав на него в инвентаре. Если при стрельбе у тебя закончились патроны одного типа, и чтобы зарядить другой вид, тебе придется это сделать самостоятельно. И советую брать с собой в рейд ремонтные наборы. Чтобы починить пушку в полевых условиях, получить их можешь у торговца оружием. Нормас, короче. Могу рассказать а про чё, оружие. А чё, реально не тратить патроны? Посмотрим. Кстати, вот это клевая тема, что патроны тратятся в этом зоне.
А, смотри, зачеркнутый значок. Тогда я открою, ёперный. Открой дверь нахрен. Выпусти меня. Иди сюда, поделюсь информацией. О, смотри, да, о, патроны тратятся. О, зашибись. Даже это проработано. Тут что, забито все. Пари. Так, генератор. Пиздец, как меня все это заебало. Что у тебя там? О, пушка, оружие. Нормальные вывески. Да, патроны есть. Почему патроны? Проходи, не стесняйся. У меня и все, что спасет тебе жизнь. Конечно, если хватит бабла у тебя. Выбирай, что нужно. Гранаты, патроны, взрывчатка. А если ты хочешь прострелить клюв монстру, то бери калибр покрупнее. И ствол поточнее. Как я, продать? Кстати, скупаю хлам. Если найдешь что-то, из чего можно собрать противотанковую установку, тащи ко мне, я куплю. Как продать? Я хочу продать. Вчера себе там ассортимент, конечно. Ё-моё. Так. Я хочу продать калаш. Вот это. А как продать? Торговец оружия. Торговля. Что хочешь купить? Есть несколько новинок. Вчера разбили ебло отряду ликвидаторов. О. Поживились их экипировкой. Так что скоро у нас будет что-то интересное. Я хочу вот эту херню. Она не продается, что ли? Так, ладно. Можно взять. Выбирай или спрашивай. Да я спросил, как тебе загнать ствол, а я не понял как, поэтому... Я и спрашиваю, ёп, тут... Воу, клёво. Активные зверши. Как скрыть-то эту менюшку? Я хочу... Так, экипировка. Где у меня экипировка? Это нажимаем потом. Моя экипировка, нажимаем основную. Вот. Как-то снимаем. Как снимать? Надо убрать в инвентарь, наверное. Так вот, снять. Потом подойти к ней. Надоела старая пушка? Выбирай новую. Я нажимаю продать. Ну, блин, не продается. Ну ладно. Почему-то не продается. А почему? Ладно. Заходи. Патронов у меня нет. То есть я не могу продать ни хрена. Я... Пить кофе 30 рублей. У меня нет денег, блядь. Ё-моё, двери стеклянные, хотя бы их как-то... Рад видеть тебя целиком, а не по кускам. Заходи. Нормас ты, конечно. Давай задание. Я могу тебе помочь раздобыть уникальный... Вижу, запчасти. Тебе срочно нужен апгрейд. Да мне... Зацени товар. Что есть надо? Все. Товар-то клёвый, у тебя бабок нет. Все сделал. Все здесь. Новые тебя... дроны и запчасти уже в продаже. Техника спасет тебе жизнь. Да я понял, что ты как бы ресурс. Давай, что? Вот как продать? Надеюсь, ты притащил что-то интересное. Вчера? Или хочешь купить? Что у тебя? Торговля задание. Все очень просто. Думаю, твой привет. Мозг прими. Смотрю, ты новенький у нас. Как продать? Откуда ты такой нарисовался? Хотя плевать. Короче, я занимаюсь снабжением. Только у меня ты найдешь тоже. Короче, я понял, что я у вас что-то могу найти. Ну, где я бабки возьму? Это на квестах. Я пока не знаю, где воевать, что воевать, как воевать. И так далее. То есть, суть в том, что я не понимаю, где мне найти. Воспользуйся терминалом для изучения врагов и ресурсов. Я понял, где выход-то? Автрас выходил. Иди сюда, расскажу, как не сдохнуть. Понятно. Алло. Даю. Алло, я тоже за... Красным. Чё нахер? Парни, сделайте так. Кофе. Я сейчас к вам подойду. Это начало, типа, я понял. Где выход?
30 патронов. Вот прикиньте, у меня тупо патронов нет. Той проблемы. О. Там вниз. Потом. Ладно. Он говорил быть подобным плод огненного растения. Кристалл. Нужно кому сдавать? Жучок какой. Первый. Жук на базе, окей. Это еще я с этим справлюсь, да? Короче, ладно. Есть у нас стороны света. Мы сейчас будем по сторонам света как бы бегать, да? Есть тут грибы какие? С него ничего не выпало. То есть, смотри, есть КПП по сторонам света. Вот, северная. Выхожу на... А нет, слышу, чаще. Валяться. Валю, чё. Я хочу что-то взять. Я не продам все равно. Все равно я эту хрень не продам. Что мне делать? Майор. Эй, слышал о ликвидаторе с позывным Ромик из отряда Кибердрон? Говорят, Кибердрон. Он и еще один тип с позывным Киллер частенько надирали жопы Виталиком при встрече. Виталики — это вражеские военные, ну мы их так называем в своем кругу. Помнится, были элитные бойцы там в отряде, вроде клички Патрон, Дубок и еще кто-то. Так вот, слушай, эти два типа зачистили всю их базу, ликвидировали всех, кто дергался, и до кучи подорвали их серверы и генераторные станции. Типы, конечно, злостные. Увидишь, если вдруг этих легенд, скажи спасибо за уничтожение сервера, а они поймут, о чем речь. Нормас. Ты мне скажи, где патроны, я пострелять хочу, я же знаю, что у меня хрена нет. То есть северный вход ты вот пошел вверх. Потом, да, допустим, дайте мне пострелять. Коллизия тут какая-то странная. О, во, еще какая-то фигня. Пытаемся. Опа. Просто... Она тут столы ламинированные, стеклянные, с отражениями. Прям мощно. Какая-то хрень. Убавим второй автомат. Это дроны вражеские. Мой дрон, да. Дрон охотников. Собрать может по натуре. Брать жуков можно маленьких. Бля. Оп. Хера себе. Ты лутецкий. Радиоактивный, что ли? Дроны прям зачетные. Сколько у меня патронов есть? Я не знаю, сколько у меня патронов. Все исчезло с таким звуком, конечно. Собрать. Бля, что за хуйня меня грызет?
Бля. А, бля. Задыхай. Здесь эта фигня пройдет. А у меня патронов вообще не... Что ты берешься? Зона какая. Фига-то мощность. Она должна через время убираться, она не убирается. Пробежал. Эти... Ты ядовитый. Ёб ты, дохнул. Кристаллы вот эти. Ну-ка, давай попробуем, что там есть хоть. ХП хоть поднимет. Ёб ты, я это пугаюсь. Ну, кристаллы не... Так, у меня нету них. Ёб ты. Его бросил, конечно. Фонарик не особо помогает. Маленько помогает, конечно. То есть он наоборот, когда светит по сторонам, то есть а в центре вообще. Что по патронам? Старые патроны. В том, что я не вижу. Вижу врагов. Все, я прям откис, короче. Да нахер. О, я помираю. Короче, ладно, домой. Не, ну это что-то как-то жестковато в плане. Да пиздец, как так? Что-то я давно уже не видел оленей в лесу. Да даже зайцев. Походу этих мирных животных уже рассказать. Так, надо на север идти. Подожди. Что вы там сидите? У вас там за бугром всякая фигня тварь. Попробуем дойти до туда с сами. На север, да, я вон там. Я все потерял. Где фотка, кстати? То есть ты даже фотку потом. Ой-ё. Что, я подберу свое добро или как? Или там ничего. То есть я, хомяк, хотел порубиться. Стрелять. В итоге я, блин, по духе сдохнул. Хера нет. Я от воды умру. Я так понимаю. Потому что ну, есть бесплатная вода на базе. Вот я сейчас попробую подобрать это. Чуть на базу. КП у меня хватит. То есть разок я уже сдох.
я еще треплю. Кстати, фонарика у меня нету. Как вы понимали, я его потерял. Все, я настройки убавил, поэтому. Ой, бля. Нахер. Как взять все то, блядь? Пиздец. Я сдохну. Прям здесь опять же, блядь. Ой, бля, короче. Что бред, бля. В какой-то сраном месте. Окей. А чё у него глаза открыты? Она не дышит. Я опять сдох. Рада видеть вас живым. Да как... Какой я живой? Тут уже а-ля улю. Где у вас водичка? Побольше сканирую врагов. Нам нужно больше информации. А какой я? Сканера нет, ни хрена, ничего нет. Подожди, я этот лутецкий просрал. А еще попить половины. Где еду взять? Тут булочка была. Булочки нет. Все нормально у тебя будет. Дед, что ты? Я вон с фигней не могу справиться. Тупо залутать свой труп. Что-то какой-то бред. О, паучок. Давай его возьмем. Ай, ёп. Руками бы тебе... То есть я там прихожу, и меня и все. Полчаса ковырялся на базе, и в итоге это пострелять ничего. Блядь, дай меня смей. Что за пушка? А ёпта, вы как это сразу вдвоем начали. Плотная пещера, блядь. Ну, логично, что кислота там, да? Окей. Ладно. Я как бы постараюсь как-то добраться. Контрольных точек тоже маловато. Вот я бы вышел вот с этого поста, вот здесь бы контрольную точку поставить, самую ближайшую. То есть самая ближайшая безопасная зона, либо вот здесь прям поставить, потому что это опасная зона. Тут никого нету, и может бы здесь было сделать и делать прям с базы. Тут тоже. Так, ладно. Это кислотная пещера. Чисто теоретически, да, стоять в кислоте. Верно, вот в этой луже. Ладно. Интересно. То есть бред, да? Ха! Сдохну. Ха! Тупо в кислоте все проебал. Ага. Короче, я понял. Ой. Баги когда-то в конце. Ладно. Приветствую вас. Косяк прям жесткий. Что я не обойдусь? Может пить? То есть еды нет, оружия нет, то просто равно. Это старая манда меня уже. То есть, ну вот как-то так. Я не знаю. Дальше я играть пока не буду, потому что это, ну, нереально. То есть патроны я не могу купить, либо я такой тупой, не либо. Мусорит, а то в секу. Значит, можешь дать еще отпор пришельцам. Да конечно, старик, ты тут это как бы я дал отпор пещере, и она меня съела и. Инфа по прокачке интересует. Конечно. Я первого левела опять пусть. Я типа сдох. Приветствую. Это сервер. А как бы проблема. Серверная.
Тихо, дай мне пожрать. Смотрю, вы сильно измотаны. Вкусная еда вас восстановит. Да я в это верю. Все, что вы видите на прилавке, приготовлено совсем недавно. Все свежее и вкусное. Я думаю, самое время утолить голод. Кстати, так вот она разговаривать умеет. А че других-то не... Не, ну, окей, времени нет. Ладно. Пусть Сникерс съест. Ну, короче, как-то так. Игра окей. Ну, типа, как... Начало, конечно, привет. Есть новые товары. Заманчивая, контента дохерища, чтобы, ну, это все купить. Но у меня бабок нет, потому что я не могу просто сделать. Просто как походить. Ладно. На этом у меня пока все. Первая часть.